Гагаринский парк преобразится. В 2020 году зеленую зону обновят в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Что должно появиться на территории сквера, спросили у кировчан. Что они предлагают? В сюжете Евгении Бакиной. Преобразить Гагаринский парк и учесть все пожелания кировчан. С такой целью по инициативе главы города Елены Ковалевой прошла встреча с жителями Первомайского района. Активисты обсудили с городскими властями варианты того, что они хотели бы видеть в сквере. На стадии еще, когда не начато проектирование, можно было внести свои предложения, потому что благодаря вашей активности, вашему участию по комфортной городской среде в следующем году будет финансироваться восстановление парка имени Гагарина. Присутствующим презентовали концепцию развития парка. Согласно дизайн-проекту, за филармонию установят макет собора Александра Невского, который снесли в начале 30-х годов. Расширят детские и спортивные площадки, обновят сцену и территорию возле нее. Сам парк богат дубовыми насаждениями. У одного из деревьев появится необычная зона. Сделать такую индивидуальную площадку, где можно было, ну, просто тематику такую интересную для детей, ну, знали, так вот ученые, да? Горожане предложили организовать площадку для выгула собак и установить общественные туалеты. Также кировчане поддержали идею главы города об укладке на пешеходных дорожках асфальта вместо брусчатки. Очень хорошо ездят вот и малыши, и взрослые приезжают со всего города именно сюда. Глава города поблагодарила собравшихся за инициативность и отметила, что все высказанные идеи обязательно возьмут в разработку.